Не знаешь, где купить наклейки и карточки? Тогда тебе сюда. Лига чемпионов, РФПЛ, Евро и другие коллекции в интернет-магазине CardPlace. Рекомендую. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня будет третий батл уже по карточкам Лига чемпионов, матч Атакс. И в этот раз я даже не стал устраивать голосование, я выберу команды сам, это будет Бенфика Зенит, потому что, ну, это единственный клуб, который представляет Россию в плей-офф Лиги Чемпионов, поэтому я сделал такой выбор, все-таки поддержим наш Зенит, и все вместе будем болеть за него сегодня. Перед матчем решил провести снова батл. Посмотрим, кто же одержит в нем победу. Правила все те же. Ну что ж, давайте начнем. Надеюсь, что победа будет на нашей стороне. И снова продолжаем охотиться за лимитками. Потому что уже открыл я 24 пакета. А, нет, ну это с этими будет 24 штука. Надеюсь, что хоть полблока, почти полблока выпадет нам. Лимитированная карточка. Как всегда, по традиции, попадает код. Мальме. Альба. Тоже хорошо. Джо Харт. Еще одна базовая карточка PSV. И выпадает старплеер Серхио Агуэро. У меня такого еще нет. И Матюиди. Man of the match. Две блестяхи в пачке. Это тоже очень здорово. Пока счет остается 0-0. Блин, как бы мне сделать? Наверное, уберу я пакетики. И сбоку буду класть карточки. Открываем второй пакетик. И надеюсь, сегодня Зенит нас победит, как в жизни, так и в нашем батле. Выпущу, наверное, этот батл чуть-чуть до матча. Так будет интересно. Код, надеюсь, все увидели, кому нужно. Переходим дальше. Снова по традиции базовый игрок Мальме. Так, сейчас фокус настрою. И на этот раз снова игрок Барса, это Ракитич. Переходим. Лукас Подольский. Он у меня уже есть, но пойдет в обмен. ПСВ. Эйнтховен. Пока 0-0, смотрите. Снова... А, нет, еще не падал игрок Боруссии. И клуб Вольфсбург, карта дуо, такой еще тоже у меня нету. Что ж, после двух пакетиков счет остается 0-0. Но еще есть шанс, что все изменится. Думаю, вы успели заметить. Рафинья. Бронислав Иванович. Бавария. Карта До. Байер. Вольфсбург. И Манчестер Сити. Счет 0-0. Откроем пакетик с Месси. В нем, наверное, будет лимитка Месси. В своей жизни ни разу не достал лимитку из пакетика. Да и вообще держал в руках не так уж и много.
Боруссия. Порто. Ух ты. Игрок Ювентуса. Не часто они у меня падают, их вообще очень мало. Динамо, Загреб. Кстати, киевского Динамо тоже очень редко падает. Олимпиакос. А, вот забыл показать еще. Код. И еще одна наклейка. Ой, блин, карточка. Эдисон Кавани, старплеер. Кажется, не тот поединок я выбрал сегодня. Ну да ладно. Тут не угадаешь. Сейчас бы сделал поединок PSG Челси, то падали бы игроки Зенита и Бенфики. Где моя лимитка? И где игроки Зенита и Бенфики? Рома. Галатасарай. Неужели мы разойдемся на ничье? К сожалению, лимитки тут нету. Это карта дуо из Гента, игроки. Вилья. Совсем мало шансов остается, что выпадет игрок Бенфики. Ювентус. Кодик. И заключительный игрок, это капитан команды Галатасарай. Ну что ж, первый раз из трех поединков мы разошлись со счетом 0-0. Ну ничего страшного. Такая получилась распаковка 5 пакетиков с карточками. Надеюсь, вам видео это очень понравилось. Спасибо за просмотр. Всем пока.